Подробности этой аварии шокируют. Как сообщил портал Я-62.ру, «Газель», ехавшая со Старообрядческого проезда, остановилась, чтобы пропустить пешехода, а ехавший следом водитель ВАЗ-2115 снизить скорость не успел. По предварительной информации, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 24-летнюю жительницу Московской области. В результате происшествия девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. По данным свидетеля, на которого ссылается интернет-издание, водитель ВАЗ-2115 находился в непонятном состоянии. Официально эта информация не подтвердилась. В ГИБДД рассказали о свидетельствовании, проводили на месте. Оно показало, молодой человек был трезвым. Эти кадры сняты во время рейда, который провели сотрудники госавтоинспекции. Водитель едва не сбил пешехода, и таких лихачей на дороге немало. Только не надо камеры снимать, ради меня. А что же вы нарушаете-то? Я не нарушаю, за машиной, за грузовой не видно было просто. Отговорка типичная для водителя. Однако по закону, если другие машины остановились на переходе, Игорь тоже должен был пропустить пешехода, однако этого не сделал. Теперь придется платить штраф. Ответственность за нарушение правил проезда пешеходного перехода предусмотрена административной штрафом от 1500 до 2500 рублей. Статистика по авариям на пешеходных переходах пугающая. Если там, где есть светофоры, произошло 19 аварий и в них 19 человек получили ранения, то на участках, где светофоров нет, произошло 85 ДТП. 4 человека погибли, 86 получили травмы. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».